То, что осенью центральная площадь украшается разноцветными овощами и фруктами, для мытищинцев явление желанное и привычное. Ярмарка «Дары осени» проводится больше 10 лет и неизменно пользуется большим спросом у горожан. Часто вы здесь вот на площади, на ярмарке покупаете? Все года, уже по привычке. То есть это очень удобно, да, что здесь? Да, ну для нас все в одном месте. Мы подъезжаем и покупаем. Богатый выбор овощей, многообразие фруктов и самых больших ягод. Сельскохозяйственную продукцию на ярмарку привозят из разных регионов России. Ростовские? Да. Хороший. Краснодарский край. Грунтовые. Грунтовые помидоры. Пакетик. Набирайте. Также на ярмарке представлена свежая, качественная фермерская продукция и товары индивидуальных предпринимателей. Натуральный мед с пасек пчеловодов, которые любимое занятие превратили в семейный бизнес. Сыры, колбасы и разнообразные белорусские продукты. Все можно было продегустировать и точно не прогадать с покупкой. Большой спрос на этой традиционной ярмарке не только на фрукты и овощи, также на лен и трикотаж. А кроме того, были выгодные предложения и для садоводов. Что лучше всего в осень высаживать? Все. Розы, конечно, конечно. Лучше вообще осенью все сажается. Семена, саженцы деревьев, кустарники и цветочные луковицы на мытищинскую ярмарку уже не первый год привозят из Гатчины, Питерской области. И если вспомнить, какой необыкновенной красоты дворцово-парковый ансамбль северной столицы, то можно быть уверенным, что после этой ярмарки на приусадебных участках жителей нашего округа цветение и великолепие точно добавится. Дарья Линская, Олег Степанов. Информационная программа «День».